Oi. Пробка, по-моему, вон торчит. А, не-не-не. Вот здесь, мне кажется. Просто так четко, 26-28, так необычный сигнал. Пробка обычно у меня 30, что-нибудь в этом районе. Пробка. Ага. Поясок. Бухло и гильзы. Пивная. Процентов. И в это ров. Рвом об это. Вложили. Надо и нам бежать отсюда. Блядь, старый рельс. А где рельсы? Напрямки? Это колейка. Так, где ему? Сейчас, стой, вот давай сразу спустимся это. Поближе. Старая железная дорога была. Насыпь невъебенная. Идем на полянку. Продолжение следует...
Я, блядь, с твоей лопатой, Семен, вот с первого раза ее все вот там корень такой. Корень жизни. Учитель пришел. Кошевой. А, я тоже был? Да, да, у него был зазо. Были. Делайте на Сашкай, все, у меня 150 тысяч подписчиков. Мне подарили. Лехину, где смотрите. За 50 тысяч говорят. Оставим. Монета. Монета, двушка Александра. Там вон яма. Двушка Александра. Здесь? Да, вот где-то здесь. Бля, где там кондем? Там вон яма какая-то. Вот кирпич есть в ножке. А, вот яма, вот. Пуговица гирька. Оловянистая. Оловянистая.
Происходит зачистка дома лесника. Какая-то медная штучка. Гирьку. Печка пошла. Печка. Лесника. Может там плотно? Не. Под лицо. Что такое? Все посудина какая-то. Да. Керама. Короче, сам факт, что мы нашли его. Это уже радует. Мы на нем. Это кусок ржавой хуйни. Второй хуйник далеко не помнишь? Дом. Да, далеко. Да, он такой. ЖД, блин. И сигнальчик. Вроде как монетный.
Перстенечек. Поломанный только. Слушай, ну это вообще вылитый мой. Надпись небось, да? Нет, рисунок. 17-18. Ух, я сейчас тебе все расскажу. Возле ручейка. Можно пошарить. Ну это вот того же, как у меня. То есть и форма, и все это. 17-18 век. Перстень! Перстень! Да, леса они такие. Нифига себе. Типа этого амортизатора. Поршень какой-то, да? Пневматика или что? Ага. Может, что скажет потом, нет? Может быть, снимаю. Что за... Вот, даже буквы какие-то. ПО. Нифига себе. Шкворень какой. Или форсы не будут переходить. Угу. Догони. Нам по идее туда поворачивать, они сейчас к нам придут. А, да? Идеально. Хороший звук. Монетка. Имперская. Короче, вот она, значит. Убитая только. Не монета. Убитая деньга. Деньга даже. Ну вот, деньга оставшаяся. Ага. Да, видно. Вообще. Орёл. Фу. Значит, как она, куда идет? Вот она идет как раз по храму. Так вот, да? Ага, ну. Что, пойдем им навстречу? Эй! Эй, монета! Очень похоже. Еще одна. Точно монета. Зуб даю. Какой приятный звук. Вот когда нужен пинпоинтер. Да ё-моё. Где ты? Где ты, дорогая моя? Идите сюда! Может, это другая уже? Слушай, это другая. Да я стою на монетах. Вот она вылетела. Монета. И там еще у меня сигнал. Еще одна деньга. Монеты! Приколета пропала. Может, это одна и была? Oh!
Завитушка. Баночку подвесил к ней, блядь. Копеек, 45-й год. След зеленый был от окислов. В жишке. Интересная какая-то. Какая-то значок. Это значок. Пуля. Конина. Закруточка. Ложка. Ложка алюминиевая. Звенела, как собака. Там что-то попить, а? Есть. Фу.